Здорово, братан, это я, Тим Мацони, а это реакция на топовые видосики. Устраивайся поудобнее, не забудь про лайки, погнали. Заспамили вы меня и сказали, что у Моргенштерна вышел крутой какой-то клип. Сказали, зацени, Тимыч, посмотри, бахни реакцию. Но я тут как тут. Погнали, посмотрим, что Алишерка приготовил для нас. Романов продакшн, как обычно. Здравствуйте, да, здравствуйте, да. Подождите, это голос Алишер? А вам какой? Похуй. Ну ладно. Стоп, подожди. Стоп. Сейчас говорит чувак за двоих персонажей. Я правильно понимаю, да? Или я упоролся? Если, сука, на мне, теперь эта сука богата. Блестят эти камни, ведь как, сука, много работа. Если бачо на мне, счастлива дороже свобода. В моем габе джина без было сячо, я загадал. Окей, I like, окей, I got it. На ней, Bugatti, моей, Bugatti. Да, Bugatti, Не, ну ладно, окей, минус качать, мне нравится. Будто инвалид, ведь я не хожу пеше. Все мои шалавы, это только new collection. На мне столько кэша, сука, я помешан. Воу-воу-воу-воу, вот это очень красивый кадр. Я бы даже не побоялся этого сказать, что у нас даже в фильмах такую графику не делают. Но реально крутой кадр, обратите внимание. Не бери свою шалаву к нам, ты больше. Сучки, мое имя орут, и сучки, мое имя орут. Пока ты продавал курсы, я влиял на курсы валют. Делать бабки мой инстинкт, прожигаю их как бензин. Моя жизнь как Project X, ведь каждый мой проект дает иксы. Слушайте, а что это за челик? Ну, Моргенштерна, я знаю, кто такой орут. Ребята, пожалуйста, ведите меня в курс дела. Возможно, я отстал, возможно, я реально не знаю, кто это. Первый раз в жизни увижу, слышу. Я гоню фантомы. Я так понимаю, что он купил фит, потому что никакого отношения к Моргенштерну вроде никогда не имел, и вроде кентами они не были. В общем, пожалуйста, в комментариях напишите, это кто? Это кто? Кто? Я скупа, да. Я тусую с Лендерманом, будто бы я лобода. Если хочешь попиздеть, то чапа скажет гратата. Я был бедный, как и ты, но это просто хуета. За эту строчку бы убили, и я поменял ее. Морген скинул. Вот эта сцена вот именно с этим кадром самая топовая. Мне прям нравится. Очень круто. Мы с тобою так похожи, почти разницы не вижу. У тебя есть пол эфира, у меня есть своя биржа. Мой дорогой, еблет такой пизда. Он ежегодно растет в цене. Я, сука, акция. Единица и шесть налей. Я пролям бакс. Раньше за альбом, а сейчас за трек. Да, ты все правильно понял. Если, сука, нам не тебе. На Rush Fire похож. Теперь это, сука, в моменте. Блестят эти камни, ведь как, сука, много работа. Если бы, чё на мне, счастлива дороже свобода. В моём гаде, без былося, чё я загадал. Окей, I like, окей, I got it. На ней, Bugatti. Я обратил внимание, что Алишер опять экспериментирует с, будем так выражаться, с образом. Но ему идет прикольно. Нормально. Мне кажется, он сейчас постепенно будет возвращаться в те времена, когда у него такая огромная пальма на голове была. Ну, кто алды помнит? У меня проблем, не могу потратить у себя в аренду, взял эту Бугатти. Мне уже так похуй на большие бабки, чертовы миллионы, нужны миллиарды. Если, сука, на мне, теперь эта сука богата. Блестят эти камни, ты как, сука, много работа. Если качает, бачо качает, на мне, счастлива дороже свобода. В моем габе джина без былося, чё я загадал. Окей, I like, окей, I got it. На ней, Bugatti. Слушайте, как вы думаете, ну так чисто навскидку, сколько будет стоить снять подобного рода клип? Потому что графика здесь зачетная, реально поработали очень качественно. Ну по факту говорю, мне реально нравится, очень понравилось. Здорово. Сука,
Я так понимаю, раз у него есть фиты с Моргенштерном, значит, у него есть фиты с какими-то другими популярными артистами. Надо потом загуглить, посмотреть, что за чувачочек. Вроде неплохо. Лям, 58-е место в трендах среди музыкальных клипов. Слушайте, ну, из 10 баллов девяточку твердую ставлю. Ну, реально очень понравилось. Ну, классно. Минус качнул. Ну, Моргенштерн, в принципе, как всегда в своем репертуаре. Нормально, классно, качево. Мне понравилось. Ребятки, давайте посмотрим. Мне очень интересно стало, что это за парнишка. Что это за парнишка? Здесь даже вон написано, кто такой Арут, зачем ему фиты? Не зря я задавался таким вопросом. Я, честное слово, не слышал, кто это. Так, Арут Моргенштерн Бугатти, Арут Биг Бэйби Тейп. Ага. Так, а еще с кем у него фиты есть? Все, что ли, получается? А, нет. Арут Люси Чеботина. Heart, Your Love, твоя любовь. Я не знаю эту песню. Походу, как я понял, челик заряженный. Заряженный. Окей, ладно. Пишите в комментариях, на что еще мне бахнуть реакцию. С вами был я, Тима Мацони. Ребят, не забывайте подписываться и стримлю на Твиче. Все, до новых встреч.